Вчера Филипп Киркоров завершил гастрольный тур по Центральной Азии концертом в Алматы. Поп-король подготовил яркое шоу, однако финал вызвал у зрителей недоумение. Артист появился в капроновых лосинах, сквозь которых проглядывалось нижнее белье. Ролик необычного выхода поп-короля разлетелся по сети. Общественность была удивлена эпатажным нарядом артиста. Многим он напомнил скандальный образ Лолиты, когда та вышла на сцену в обтягивающем боди. Что это было? Недоумевает публика. 55-летний Киркоров поспешил объяснить ситуацию. Оказалось, что появление в лосинах стало неожиданностью и для него самого. Команда попросту разыграла музыканта. В личном блоге певец показал ролик, как на самом деле должен был выглядеть номер. Ну и как принято по давней традиции, финальный концерт с сюрпризами. Коллектив решил устроить мне зеленку. Моя команда – настоящие хулиганы. При моем богатом опыте даже я был в шоке, когда меня практически раздели на песнях в саду Эдемовом. Именно в этот момент я должен выходить в зрительный зал. Вот и выпустили меня, грешника, к поклонникам. На этот раз разыграли карту «Голый король», оставив меня без шортов ровно перед тем, как мне идти в зал, поделился артист. Филипп также пообещал ответить коллегам на будущих выступлениях. Что ж, шутки шутками. Честно говоря, я такие шутки не люблю, но остался в безысходном положении. Но шоу must go on. Я запомню эту выходку моего коллектива надолго. И приготовлю ответочку. Каждый по-своему отмечает лунное затмение. Но этот день в Алматы был насыщенным не только на шалости, но и другие приятные сюрпризы. Об этом чуть позже расскажу, в следующем репортаже, заключил он. Поклонники разделились во мнении. Одни посчитали, что Киркоров попросту придумал оправдание, а другие оценили шутку коллектива, осыпав певца комплиментами. Филиппу можно и так, он король. Королям можно все. Обожаю Филиппа. Концерт в Астане был супер, пишут благодарные зрители.